мои, всем привет! Сегодня мы поговорим на такую распространенную тему. Это помпонасос. Данные насосы очень часто используются среди профессионалов, потому что новички особенно задают вопрос, а почему у вас в аквариумах стоят не обычные фильтры с кассетой, а именно эти вещи, вот с такими фильтрующими элементами. Почему? Ответ простой. Данный вариант фильтрации намного эффективнее, чем другие виды внутренних фильтров. За счет чего? Большой объем фильтрующего элемента, большая площадь для всасывания грязной воды и большая площадь для жизни полезных бактерий. Поэтому такой вариант используется зачастую в аквариумных хозяйствах, в аквариумах, у которых уже, ну, в общем, те, кто уже попробовал раз пользоваться таким фильтром, пользуются именно таким вариантом. Почему? Нам дизайн не важен, нам главное качество фильтрации. Сам по себе насос выглядит вот так. Сзади идут присоски, конус для подсоединения мочалки. В зависимости от объема аквариума вы будете увеличивать или уменьшать объем фильтрующего элемента. В этой конкретно помпе какие плюсы? Низкая цена. Есть возможность разбить струю на два выхода. Таким образом, я этот насос могу установить и на небольшой объем, чтобы не было сильной циркуляции, чтобы рыбу не сносило. И наоборот, если хочу поставить подобный фильтр на объем, к примеру, 500 литров, и мне наоборот надо сделать сильный круговорот в аквариуме, в комплекте идет такая заглушка, я ее закрываю, и у меня струя будет чисто с одного штуцера выходить и будет сильную течку давать. Далее, эти фильтры должны работать постоянно без выключения. Фильтрующий элемент, мочалку, я промываю где-то раз в неделю, лучше всего мыть в аквариумной воде. Время от времени рекомендуется не забывать промывать ротор. Ротор — это элемент, который качает воду, он со временем зарастает грязью и не вращается. Каких-либо грандиозных нареканий по качеству я не встречал по данным фильтрам. Заводом производителя данный насос рекомендуется на объем до 500 литров. Но сегодня я протестирую и скажу вам, на мой взгляд, на какой бы аквариум бы я его поставил. Так, в комплекте идет еще насадка на подачу воздуха и вот такой голубой шланг. Это насадка для того, чтобы можно с бокового отверстия воду вывести наверх из аквариума на систему биофильтра. Ну, этим пользуются крайне редко, потому речь пойдет о стандартной системе его использования. Принцип работы. Сюда одеваем мочалку, опускаем в аквариум полностью с проводом и фильтр включаем, чтобы он работал 24 часа в сутки. Я его для тестирования буду использовать без мочалки, чтобы увидеть реальную производительность насоса. Потому что любой фильтр мощность насоса подсадит. Ну и покажу вам, насколько он потребляет электроэнергию. Опустили полностью воду, стеночки приклеили. Снизу всасывается грязная вода и выходит чистая. Легкая вибрация, легкий шум присутствует, потому что насос уже высокопроизводительный. По струе, ну, я думаю, вы видите, струя довольно-таки неплохая. Из моего опыта скажу так, порядка 1500 литров в час насос качает. Никаких 2 куба не будет, но до 1500 мощность получается. По потреблению, у меня есть специальный прибор, который показывает потребление электроэнергии. Насос потребляет 20 ватт. Сверяемся с заводскими характеристиками, 30 ватт, то есть они завышены. По факту он потребляет 20 ватт и качает примерно 1500 литров в час. Таким образом делаю вывод, что я бы его устанавливал на аквариум 200-400 литров максимум. То есть лучше 200-300 даже. Так, если вы хотите, чтобы ваш фильтр, насос давал еще и воздух, тогда одеваем нашу насадку. На насадку одеваем шлангочку и включаем в резерв. Вы видите, конкретно мощная струя, рыбу нашу он уже все сносит. То есть, ну, для маленького аквариума, естественно, некомфортно. Если вы хотите уменьшить производительность, можно сбоку открыть боковую заглушку. Струя будет разбиваться и мощность упадет.
воздуха очень много. Но не забывайте, что когда мочалка ваша будет забиваться, количество пузырьков будет постоянно уменьшаться. Рекомендую всегда отдельно иметь в аквариуме компрессор, который нагнетает кислород постоянно. А фильтр пусть лучше просто фильтрует. Итого. А уровень шума, естественно, присутствует, потому что идет забор воздуха и шумит. Без подачи воздуха насос довольно-таки, ну, бесшумным его не назову, но довольно-таки очень тихо работает. Итого, подведем итог по данной модельке. Модель XL270. Дешево стоит, нормальное качество. Сравнивать с европейцами не будем, потому что это копеечный товар. По факту потребляет 20 ватт, а не 30, как написано на коробке. Перекачка примерно 1500 литров в час. Я бы рекомендовал на аквариумы 200-300 литров, чтобы у меня оставалось запас по производительности. Спасибо за внимание. Ссылочку на данный продукт оставлю внизу в описании. На нашем сайте zookool.ua вы найдете много всего интересного для вашего аквариума. Спасибо, до скорых встреч.